Дорогие друзья, сегодня выбрался на рынок прогуляться, посмотреть, что там есть из того, что мне нужно. Вот, потому что, знаете, как только заканчиваются запасы, первым делом я выхожу на рынок. Поэтому думаю сходить вместе с вами на рынок, и если смогу, то что-нибудь для вас да заснять. Почему бы и нет? А то как-то я шел на рынок, но не снимал. Потому что там народу просто тьма тьмущая, и Бог знает, как там это все снимать. Вот. Ну ничего, сегодня постараюсь. И сегодня еще так прохладненько, ветерок такой дует. В общем, погода просто отличная. Пока шел с рынка, тут вот нашел лавочку, положил на лавочку пакеты и думал показать, что я прикупил. Ну, прикупил я помидоры, потом прикупил я петрушку, потом прикупил еще черешню, вон в том розовом пакете, потом я прикупил еще чернику и смородину. Так, тут я прикупил баклажаны, а тут у меня хлеб, кабачки и малина. Вот так вот я пока что закупился на рынке. Вот, ну а теперь уже, думаю, пойду домой дальше.
такой день у меня получился, друзья. С вами прогулялись с Голливуда домой. Заснял для вас много интересного. Вот. И сейчас уже настал вечер. Думаю, что нужно как раз заснять. Сказать большое вам спасибо, что были сегодня со мной. Посмотрели моими глазами на обратную дорогу с Голливуда. Вот. И хочу пожелать всем спокойной ночи. И всем до завтра. И всем пока-пока.